Не так давно подавший в отставку депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко задержан ФСБ. По данным оперативников, он с 2017 по 2018 год собирал секретную информацию по заданию украинской разведки. Против экс-мэра Семиза возбудили дело по статье «Госизмена». Сейчас мы пройдем у вас спор. Так, запрещенный предмет не имеет. Нет, конечно. Ломенко задержали в собственной квартире. Он спокойно встретил оперативников и сообщил, что запрещенных предметов у него нет. Суд уже поместил его в СИЗО на 2 месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Юрий Ломенко был избран в Ялтинский горсовет в 2019 году. До этого он занимал должность поселкового главы Семииза. На этот пост его выдвинула украинская партия регионов после того, как предыдущий мэр Кирилл Костенко был убит автоматной очередью в своем автомобиле. We'll be right back.